Освящается памятник царя-мученикам Николая во имя Отца и Сына и Святого Духа окроплением воды сия священной. Освящается памятник сей окроплением воды сия священной во имя Отца и Сына и Святого Духа. Наши друзья из Москвы, которые способствовали поставлению этого памятника, созданию, они привезли даже и икону царя-мученика Гена. Царя-мученика икону. И также привезли земельки с Ганиной ямы, куда после расстрела царской семьи зверски уничтожили тела царственных мучеников и бросили их в шахту, в Ганину яму. Вот мы сейчас эту земелечку высыпем сюда, в базу, она будет здесь с нами во Владивостоке пребывать. Венчане, пойдем.